Убежищ, ну что? Ну, скажем так, что это не бомбоубежище, а противорадиационное укрытие. Но мы рассматриваем ее как просто укрытие. Я думаю, что не дай бог, если придется где-то прятаться, людей где-то сохранить, скажем так, то вот эти подвалы, укрытия мы будем использовать и для этих целей тоже. Потому что жизнь показала то, что делается сегодня на Востоке, в Донецкой области, в Луганской области. Люди прячутся в любых подвальных помещениях, которые только есть. Поэтому вот та ситуация, которая на Востоке, она побудила нас, чтобы мы более детально изучили то положение дел, которое есть, ознакомились с теми подвальными помещениями, которые сегодня есть. Я хочу сказать, там, где находятся наши арендаторы, там, где находятся наши учреждения, УКСы, водоканалы и так далее, там, безусловно, в хорошем состоянии, но есть подвалы, хоть они и числятся у нас как противорадиационное укрытие, но они очень в ужасном состоянии, там нужно работать. И мы на сессии сейчас 12 числа февраля будем выделять деньги для всех этих укрытий. Буквально, может быть, через неделю, через дней 10 мы проведем расширенное заседание исполкома. Я думаю, пригласим представителей порта, припортового завода, Дельты, Вильмар, для того, чтобы они рассказали, как у них обстоят дела по укрытиям. Мы определим конкретные задачи каждому предприятию, распределим каждому, утвердим, вернее, план эвакуации по каждому дому, по каждому подъезду, распределим нагрузку по этим подвальным помещениям. И детально это все, скажем так, распишем. Безусловно, это все будет поддерживаться финансово. Выделим деньги, потому что сегодня на этом деньги экономить нельзя. Поэтому мы же не знаем, что нас ждет дальше, а надо быть ко всему готовым. Пусть оно будет, оно никуда не денется. Сколько? Что? 14 таких подвальных помещений. Ну, скажем, они сегодня у нас чистятся как противорадиационное укрытие. Но вот 14 этих укрытий. 6 укрытий должны, надо сделать капитальные ремонты и вложить туда немалые деньги. Я знаю, что вышли даже с такими инициативой школы, общественные организации. Я думаю, что и наши управленческие коммунальные предприятия. Мы распределим вот эти наши укрытия, которые нуждаются в помощи. Скажем так, при поддержке финансовой помощи, при трудовых ресурсах, при людях, которые готовы сегодня, волонтеры, из которых сегодня готовы нам помочь. Вот я думаю, что появятся, я уверен, что появятся жители тех домов, где мы будем делать, наводить эти порядки. Если житель, здоровые мужчины придут на часик и поработают в подвальном помещении своего дома, что они будут знать, не дай бог, что им же здесь спрятаться, им, их семьям. Я думаю, мы все вместе приведем надлежащий вид людей в все подвальные помещения. Владимир. Владимир Николаевич, есть такое ощущение, просто люди пишут в социальных сетях с тревогой, что что-то тут происходит. Вы что-то знаете или это просто разнарядка свыше пришла? Нет, сверху там из кабинета министров? Уважаемые жители нашего города, никакой разнарядки, никакого ажиотажа нет. Это чисто наша инициатива. Я хочу, чтобы спокойствие прежде всего в городе. Чтобы люди не передавали сейчас как-то, знаете, как это радио, да, такое. На рынках, на базарах и так далее. Я вас очень прошу, все нормально, все спокойно. Мы это делаем по личной инициативе. На всякий случай. А вдруг, не дай бог, чтобы мы были ко всему готовы. Какие нормы для таких вещей? Я сегодня не готов сказать. Вот как раз эти расчеты делают и наши МЧС, и наши спецслужбы, они делают расчеты, сколько, там, по-моему, 3 квадратных метра на человека. Поэтому мы должны обеспечить в первую очередь в подвалах, в этих подвальных помещениях, в эти укрытия. Должна быть вода, должен быть свет, должно быть чисто, уютно, должны быть скамейки, должны быть какие-то столы. И сейчас мы ставим то, что туда и кровать. Чем будет это заниматься? Есть служба. Если будет заниматься МЖКЦ, это будет заниматься МЧС. Будут заниматься другие наши управления, а в основном это все будет ложиться на МЖКЦ, наша ЖЭК.
жители Южного сами могут как-то присоединиться к помощи? Что конкретно? Я как раз об этом говорил. Да, вы говорили, что сегодня действительно жители города Южного. У кого-то есть лишняя кровать, вот. У кого-то есть лишний стул, у кого-то есть лишний стол. Я думаю, для подвального помещения они пригодятся. И нужны будут, наверное, не везде, а вот в этих шести ПРУ нужны будут рабочие руки. Вот в таком плане, там не надо ни продуктов питания, пока ничего. Хоть я вам скажу, что на исполкоме, расширенном исполкоме, мы четко определим, сколько нужно запаса воды, сколько нужно таких продуктов, которые не портящихся, чтобы мы могли тоже НЗ иметь. Поэтому все эти вопросы будут оговаривать. Только я еще раз обращаюсь к всем, это никаких чрезвычайных ситуаций в городе нет. Мы ничего не объявляем, абсолютно. Спокойствие, работаем, никакого ажиотажа. Мы это работаем на упреждение, на всякий случай. А сроки поставлены какие-то? Мы, я думаю, проведем такой исполком через 10 дней, максимум через 2 недели. А вот сейчас, этой программе? Сейчас будет серьезная подготовка к этому исполкому. Поэтому сейчас мы это все будем делать, расчеты, потребность в чем. Когда мы будем все, вот выйдем со всеми этими документами, расчетами, мы проведем такое расширенное заседание, и это будет точка, скажем так, точка отсчета подготовки уже сегодняшнего, после того, как мы сегодня уже прошли, уже